Да, я слушаю. Угу, в 9 подъехать в клинику. Хорошо? Мне вас рекомендовали как чудо-эндокринолога. Профессор? Ну да. Мне скоро 50 лет, даже неловко говорить. Да ну бросьте, ну мы с вами ровесницы. Это понятно, что проблемы вам не найдите ее. И как можно скорее у меня дедлайн. Ты глупо и нелепо. Старик хочет заняться сексом и боится сдохнуть. Основная наша жалоба. Михаил Иванович все бесит. Вы несчастливы, это очевидно. И именно это мы с вами и будем лечить. Вот же ж сучка. Что будешь делать? Да не знаю я. Он мне 5 лет врал, понимаешь? 5 лет он мне врал. Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь пострадал от действий этой шарлатанки. У тебя серьезные проблемы. Я на развод подала. Да я не знаю, мне страшно. Вдруг мне есть лицензия лишь. Мамочка, тебе лучше сейчас запомнить, что когда мне исполнится 18, я женюсь на Тане. Ты это прекратишь! Вообще я понимаю, почему от тебя отец сбежал. Если ты меня предал, лучше сразу признайся. Какой у нас план? Не знаю, будем импровизировать. А вы так не скучно живете, как в сериале. У каждого должно быть право выбора. Хочет он быть счастливым или нет.